кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? На исходе дня и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Всех вас, кого оставил на земле. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Thank you.